Получается не так, что ли, я прям сказала? Что не ты так. Просто вот лежишь и да. Все? Вот ты сказал, и я так и сделал. Как ты сказал, вот ровно точно так же. Хотя в чин рад кричал, я за двоих отдуваюсь там, да. Режу и помогаю, а ты только снимаешь. А сегодня ты орешь, что я ни хрена не делаю. Да? Да. А все делать будешь Золушка. Якобы ты. Золушка, понимаете? Золушка, вот он ну, работает. Вот чтобы он не зол... быть, блин, голословным, так как ты утром сегодня сказал, что ну. Я ни хрена не делаю, только ну. Лежу. Я решил соответствовать твоим словам. Тогда я лежи где-то в другом делаю, месте. Просто лежу. Тогда лежи где-то в другом месте. Понимаешь? Мне не нужен здесь Ленин. Понимаешь? Мне не нужен здесь Ленин, который будет лежать. Вот так и говори ну. Видео. А не то, что я ни хрена не делаю, просто ну. Лежу. Да? Да. Мне не нужен Ленин, который будет просто лежать. Мне не нужен Ленин. Понимаешь? Но ты именно сказал, что вот я Ленин. Ну, я ты ни Ленин. Хрена не делал. А ты не Ленин? Нет. Нет? А кто нет. Ты? А кто ты? Кто ты? Я тебе говорю, езжай, отмечай день рождения. Фу, блин, Новый год. Да, да. Да. День рождения. Да, езжай, отмечай. Ты уже собрался. Вот видите, девочка, он уже собрался. Вот давай, езжай, отмечай. Вроде с холодом. А ты из-за этого одел штаны, да, одел вот носки, вот это вот все, ты вот одел вот из-за вот этого? Езжай, отмечай. Я сказала, я не хочу никуда ехать, понимаешь? Езжай, отмечай. Ты меня недопонял, я тебя не поняла, но ты как грубо мне вчера ответил, Вова, и из-за этого я завелась. Я тебе грубо ничего не ответил. Ты мне грубо ответил. Это ты мне ответил так же. Я тебе ответила нормально. Ты мне ответил нормально. Я тебе сказала то, что я у меня в планах. Я тебе объяснял, ну? Что и как. То есть ты недопоняла, я тебя недопонял, и ты меня так же. Но если бы ты первым мне начал грубить, я бы тебе нормально бы ответил. Я тебе не грубил. Я тебе начал грубить. Ты спокойно мог мне сказать? После твоей это грубости. Ты мне мог спокойно все это дело сказать. Мог спокойно сказать. Так, мол, и так. Нина, вот это, вот это, вот это. Давай, пожалуйста, без вот этого. Я такая, окей, я постараюсь, все. Но ты мне сказал, ты, все, это, то. Вот как ты мне сказал. Это уже после того, как ты да? На меня, блин, орала. Да? Да. Да, после того? Да, после ты бедно несчастный, то есть ты еще мученик, оказывается, у нас, да? Ты еще мученик, оказывается? Прикольно вообще. Вообще офигеть. То есть я такая, понимаете, я плохая. Вот я вот все время все делаю, все плохо, да. Он, знаете, что сказал? Что ты ищешь повод со мной поругаться. А ты такой бедный, несчастный, мне этого повода не даешь. Селедку давай вспомним. Давай вспомним селедку, когда мы делали. Чего ты молчишь? Чего ты мне сказал, иди нахер, я не буду ничего делать. Я просто подержу. А прочитать три фразы это ты не мог, да? Вот этого не было? Я хотела вчера сделать нормальный холодец. Нет. Вова сказал, что я все испорчу. Ты его сделала. Да. Вон, смотри, холодец. Только он вообще даже не выпадается. Только маленький. Да большая она тоже не выпадает. Ну, да. И было бы все красиво. И на стол бы привезли, было бы очень красиво. С морковочкой, с зеленушечкой, блин, просто охрененно. Нет, он сделал херню какую-то. Просто обычный холодец, все. Понимаешь, вот вроде мелочь, вроде фигня какая-то, но на самом деле из этой вот мелочи все вот это и складывается. Понимаешь? Вот из этого всего все и складывается. Вот тут, там, сям. А понимаешь, это все накапливается. Чего ты там? Ой, опять сейчас начнется. У меня здесь болит, у меня там болит. Давай за печенку схвати, за сердце. У тебя же любимая тактика. Когда жена начинает весь дом выгонять, нужно тут построить из себя белого, пушистого, несчастного человека. Что его замучили, что его мучают тут, страдает человек. Да? Вот так вот? А понимаешь, Вов, я устала уже плакать от тебя. И вот это, понимаешь, вот это потихонечку, потихонечку. Это, знаешь, вода камень точит. И вот ты меня вот каждый день вот
какую-то вот херню тут устраиваешь, вот так вот, да, головомойки, там, нервотрепки и так далее. Ну, блин, ну почему нельзя сделать так, как я прошу? Я ты не устраиваешь. А я что-то плохое прошу тебя сделать? А я тебе. Так что не надо врать. Что я тебе? Что я тебе устраиваю? Что? Нервотрепки и головомойки. Например. Давай, например. Хоть одну припомни мне. Давай, что? Например. Ну, хоть одну, давай, припомни. Просто так, на ровном месте? Когда я начала вчера истерить, что, Вова, хватит валяться, пошли это, ты не стал делать это. Да не нахрен я буду делать эти шпажки, блин, и так далее. А потом весело их сам трескал. Тебе все лень. Тебе лень сделать красивый мукбанг. Тебе лень улыбнуться. Тебе лень штаны надеть, в конце концов. Когда ты перед камерой, а потом только орешь: вот тут это попало, вот там это попало, вот ты тут не вырезал, вот ты там не вырезал. Ты знаешь, что я снимаю. Ты знаешь, что я снимаю. Значит, надо задуматься, если тебе что-то не нравится. Я вот, например, знаешь, мне пофигу вообще. Я могу без лифчика, я могу в лифчике, понимаешь? Мне пофигу. Кто что напишет, вообще срать. Понимаешь, меня это не колышет, меня это не торкает. А тебя это торкает. Но раз тебя это торкает, значит, делай по-другому, чтобы этого не было. Но ты заставляешь меня, блин, ломать мой процесс из-за того, что ему лень что-то сделать. Тебе лень одеться, тебе лень там еще что-то сделать, улыбнуться, порезать, сделать что-то на камеру. Понимаешь? Я попросила вчера, говорю, давай сделаем вот эти вот конопушки. Красиво делается, несложно. Сидишь, это... Нет, ты пришел... Бухнулся на кровать и лежишь. Ты так устал? Капец, ты как устал? А я его попросила сделать шпажки, и он устал. Понимаете, он мне вчера устал истерику. Я вчера не устала. Я вчера также делала холодец. Я только еще встала, знаешь, утром замутила влог, да. Да, потом на мукбанке отрабатывала, разговаривала, да. В отличие от того, когда ты сидел, отмалчивался. Да? Так же делала холодец, так же распаковывала Василёк. Понимаешь? Все делала так же. Покрасила тебя вчера еще. Понимаешь? Вон, видите, какой красивый. Какой красивый собирается ехать, а? Я говорю, вот езжай. А ты мне потом еще что-то запрещаешь и прочее. Ну ты хоть раз извинись просто передо мной, и будет все нормально. Хоть раз извинись нормально. Прости, что вот... Я вчера на тебя... Давай так, я извинюсь перед тобой, что я вот пригибаю палку, но ты тоже извинишься передо мной. И мы спокойно, блин, поедем. Давай так договоримся. Согласен? Раз уж у нас вот такой в лайв-канал, давай вот просто вот сейчас вот просто вот на камеру все это скажем. Не за кадром, а вот на камеру. Да? И вот скажи, Вов, понимаешь, я перегибаю палку, но ты понимаешь, что для меня это очень сильная работа. Понимаешь, я работаю, я стараюсь все это делать. Я жопу рву, понимаешь? Да, мне тоже иногда неприятно читать там комментарии. Но я абстрагируюсь, я понимаю, что это наше общее дело, что мы зарабатываем денежку, да? Кто как хочет. Если кому-то это не нравится, я всегда говорю, что могут не смотреть. То, что я тебя иногда давлю, понимаешь, я понимаю, что я на тебя давлю. Но, понимаешь, ну, если... Один фиг это делаешь. Ну, один ты фиг это делаешь. Я тебе сказала, если тебе не нравится, пожалуйста, выходи на работу с января. Он с конца января. Выходи на работу снова. Ты устал от камеры? Устал. Я, может быть, тоже устала. Но, видишь, мне деваться некуда. А у тебя есть вариант, альтернатива. Ты будешь отдыхать на работе. Я тебе предлагаю. Выходи на работу, будешь там отдыхать. Я извиняюсь, что вот так вот иногда перегибаю палку. Но, знаешь, когда ты вот что-то делаешь, ты, Вова, ты мне даешь повод. Все. Я прошу тебя просто прислушиваться к моим просьбам. Я прошу тебя вежливо. Если ты со мной не согласен, я прошу тебя высказывать спокойно. Без вот этого язвления в голосе, да? Без вот этих вот всяких твоих вот этих подъебок и прочее, понимаешь? Спокойно сказать мне, вот так, так и так. Давай вот так вот сделаем. Не вот так вот, как ты хочешь, а вот так. Что ты мне в ответ, как обычно, отвечаешь? Что? На это спокойно.
Я режиссер, я так вижу. Если тебя не устраивают, вон, бля, вещи и пиздуй отсюда. Вот. Это твои слова. Ну, потому что я режиссер, я так вижу. Да, вот, да. Вот, начинается, видишь, да. Опять. Но ты постоянно не вот. Хочешь ко мне прислушиваться. То есть, ты сейчас извиняешься, но в то же время опять то да. же самое же делаешь. Да, ты то знаешь, я настырная, упертая, как баран. На те же самые грабли. Ты знаешь, я... Ты сама себе противоречишь. Ты знаешь, я настырная, упертая, как баран. Понимаешь? Ты знаешь же это. Вот но сама, если ты меня любишь, вот ты и если ты не хочешь себе, со мной разводиться... Ты сама себе противоречишь. Сначала ты говоришь одно, а через несколько секунд ты уже переобуваешься и говоришь уже другое. Но если ты знаешь, что будет все равно... Вот, вот именно, вот именно так же и будет. Но если ты, вот, ты любишь меня, почему ты не можешь делать, как я прошу изначально? Я что-то такого плохого прошу? Что я прошу плохого сделать? То, что можно сделать немножко по-другому. Ты вежливо скажи. Но то же самое. Ага. Ты бы вот, вот так вот же, вот ласково, вот так вот за кадром бы был. Да? Потому что когда ты мне говоришь, вот что вот тебе не нравится, ты как-то по-другому все это говоришь. Понимаешь? А все в итоге получается по-другому. Я не знаю, как тебе объяснить, понимаешь? Но я уже просто устала. Я просто устала. Ты упертый как баран, я упертый как баран. Понимаешь? Я тебе, надо находить консенсус. Я тебе предоставила альтернативу. Возвращайся на работу. Альтернативу. Альтернативу. Я тебе вчера все уже объяснил. И что? Что там и как стало. Ну, я рада. Да. Ищи другую. То есть... Я приду, ну? Не спамши, и что сутки, дальше? Ну? Да, и злой, и ты меня будешь донимать опять. Донимать? Да, а да. Чё нет? Да? Камеры и прочее. Ну? А я после суток буду. Хорошо, давай, давай договоримся а так. А ты спала всю ночь, сладко на своей кровати. И что будет опять? Правильно, будут опять скандалы, ругание. То, что нам надо. Сам идеально, идеально все будет. Просто идеально будет. Так устраивайся на такую работу, чтобы я могла просто закрыть канал. А вот возьми и устройся на такую работу, чтобы я вот вообще не снимала тебя. Ну, я, может, там буду что-нибудь такое сама одна. А тебя вообще донимать не буду. Но ты хочешь устроиться на работу за 15 тысяч рублей, и при этом, чтобы тебя еще потом не трогали. А в месяц мы тратим сколько, Вовочка? Одна твоя стрижка стоит 1700. Твои лекарства в месяц 6000 стоят. Кушаешь ты. Явно не росой питаемся. Да. Я, между прочим, меньше вешу. Ах, ты еще вот так вот, да? Вот так мне еще говоришь, да? Так что не надо. Да, еще вот так вот. Потом я тебе говорю, у тебя есть альтернатива. Я тоже иногда, знаешь, вот стою, иногда мне тоже не хочется ничего делать, ничего снимать. Вот просто не хочется. Но я встаю и иду, потому что я знаю, я хочу заработать денежку. Да, мне нужно вот это вот снять видео. И когда он говорит, лучше меньше да больше, лучше монтаж. Нет. В нашем случае, в нашем канале это не тянет. У нас вот так вот. У нас лайв-канал, лайв-лог, да, вот вываливаем тут грязных трусов. У нас вот это смотрят. И неплохо у нас это получается. Получите мы некоторых каналов там с 200 тысячами, с 600 тысячами подписчиков, понимаете? Даже просмотров больше, реальных, живых. На нашем маленьком канале, не до канале, как некоторые говорят, там 51 тысяча подписчиков, понимаете? У нас вот это вот хорошо заходит, хорошо идет, да. Но не умею я больше ничего другого. Не умею и ленюсь делать. А ты ленишься найти нормальную работу. Не за 15 тысяч, Вова, а нормальную работу. И тогда в чем проблема-то? Вот ты меня вчера не понял. Я тебя вчера не поняла. Ты видишь, какая херня получается? Да. По статистике средней заработной платы здесь 30 тысяч. Все. Да. Вов, а по статистике мужчина обычно кормили семьи. Да. Да. Раньше был. Раньше был.
А как ты предлагаешь жить? Что вот сколько ты хочешь приносить домой, и ты хочешь быть кормильцем в семье? А как мне расслабить булки, как мне вообще надеяться? А вот, например, ну вот прикинь, вот если действительно... Вот это проблема нынешних пар. Нынешних пар. Да. Да, вот видишь. Жить негде. Ну. Финансовые проблемы. То тут, то там, то сям, то пятый, десятый, хотелки и прочие и так далее. Вот те скандалы. Поженились, 3 месяца пожили, поскандалили и разбежались. Все. А у нас с тобой не будет скандалов, если ты будешь делать, как я прошу. Да. У нас с тобой не будет скандалов, если ты будешь делать, как я прошу. Понимаешь меня? Не будет. То есть ты ограничишь меня? Ах, ты у нас еще терпишь, да, меня? Ух ты, страдалец. Вы вообще Жанна Дарк. Золушка. Замучила ребенка. Золушок. Золупок. Как ты говоришь? Золупок, я говорю, а не Золушок. Я уже устала с тобой, честно. Вот ты, блин, понимаешь, как баран на новые ворота. Понимаешь, главное, вот тебе каждый раз говоришь, что ты даже выводов никаких не делаешь. Вообще никаких не делаешь выводов. Вообще никаких выводов не делаешь. Ты вот просто пускаешь. Вот будет лежать вот так вот, вот в позе вот Ленина. Обязательно. И молчать. С выключенным светом, паузу драматизма, что вот он такой замученный, просто весь, понимаете, вот и все. Ждать, пока Нина проорется, прокричится, выговорится, да? Все просто, вот как в стенку, как в стенку горох. Не, чтобы прийти со мной поговорить. Чего ты улыбаешься? Ну, ты спокойно сейчас говоришь. Да. Ты прооралась, да. Как об стену. Да? Да, как об стену, да? Да, и все. Вот это лучшая оппозиция. А я потом буду делать точно так же, как и делал до этого. Да? Пока опять Нина не взорвется опять в очередной раз. А я же такая, понимаешь, на ровном месте, да, Вов? А просто вот на ровном месте все дело. Так, я извинился. Ты не хочешь извиниться? Извиняюсь. За что? За все. По пунктам. За то, что, как ты говоришь, недопонял, наблинорал, как ты говоришь, и прочее, прочее. Ты постараешься в новом году быть лучше? Веришь ли себя? Поглядим. Ты вести себя будешь. Как я себя буду вести? Да. Да, то есть я еще... Потому что целиком от тебя идет. Да. 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 Кто у нас режиссер? Да. Ну, как режиссер? Тогда устраиваешься на работу. Меня устраивает вариант скандала. Вот как режиссер скажет, так и будем. Да, тогда устраиваешься снова на работу, меня устраивает вариант скандала в каждый день. Давай. Пиздуй. Да. Хоть еще деньги будешь приносить. Хоть какие-то. Хотя бы оплачивать твои стрижки и вон, лекарства твои. А твои стрижки? А на свои стрижки я каждое утро встаю, записываю влог и зарабатываю. Один понимаешь? Влог. Да. Один влог твой в день. Не покрывает твои стрижки. Да ладно-ка. А их 30 за месяц. У тебя стрижка? Что? Плюс ногти, плюс стоп, плюс что? Все. Это выходит... А как, я считаю, блин, что я себе не заработала? Как фиг знает что. Блин. А я считаю, что я себе не заработала? А моя стрижечка как себе... Ой, вот, тю-тю, пусю-пусечку, вот да. На фоне твоей. Угу. Только если считать, что средняя женская стрижка и покраска стоит, ну, пускай 2,5-3 тысячи, да? А мужская стоит там 500 рублей. То как-то, знаешь, в пропорции... Стрижка 400 стоит. Твоя? Да, в среднем. 400? А мы платим 1700. Да? А моя стоит, например, 2,5, а я плачу 5 тысяч, да? Вот. То есть я в 2 раза больше, а ты в 4 раза больше. Значит, если я плачу 5 тысяч, да, значит, моя стрижка должна стоить 20 тысяч, чтобы пропорционально покрывать твою. Да? Я еще раз тебе говорю, я на своей стрижке себе заработала. Потому что я каждый день встаю и записываю влоги. Я каждый день сижу вечером и по часу, по два просто все это заливаю, монтирую. Понимаешь? Каждый день я себе заработала на это. Не надо меня попрекать тем, что я себе что-то купил. Тебе как будто чего-то прям вот меньше делается. Это ты сейчас мне попрекала моей стрижкой. Да. А не я тебя. Да.
Я тебе сказал, что твоя в разы дороже, чем моя. А я тебе говорю, что я на свою заработала. На фоне твоей, вот такусенькая. А я еще раз говорю, я на свою заработала. Если ты хочешь, чтобы... А я что? А я вообще в полтора месяца, а то и в два стригусь-то. Ничего так. А я тебе говорю еще раз, что если ты хочешь и дальше получать свою стрижечку, то нужно встать и идти работать. То, что я тебя прошу. Вносить свою какую-то маленькую лепту. Потому что вся основная львиная работа по монтажу, по выкладыванию, по обработке этих комментариев ложится на меня. А ты всего лишь на камеру работаешь, и все, понимаешь? Все. Просто банально лишний раз улыбнуться, поддержать беседу и сделать, как я прошу. Просто прочитать 3 строчки. Прикинь? И все. Никаких к тебе не будет вопросов. Все. Хочешь помочь, не мешай. Вот в чем загвоздка, понимаешь? Вот в этом. И когда мы друг друга наконец поймем, услышим, у нас будет все хорошо. Так что давай сейчас мы с тобой договоримся, что ты меня слушаешь, прислушиваешься, а я тебя пытаюсь услышать. Хорошо? Ты прислушиваешься, а я тебя пытаюсь услышать. А я пытаюсь услышать. Да. А я прислушиваюсь. Да? Да. А ты пытаешься услышать и сделать все так же. Нет, ты слушаешь то, что я прошу сделать, а я прислушаюсь твоим советам. Да, 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 конечно. Согласен? И чтобы Новый год был только лучше, чем он был. Хорошо? Да, я понимаю, кризис, да, меньше денег, да, вот какая-то херня творится сейчас. Но мы должны работать в отношениях. Не просто вот так вот, а работать. Ты согласен? Чего ты улыбишься-то? Чего тебе весело? Согласен. А все, Нинка пропиздела, все, согласен, да? Что? Ты согласен? Еще раз, ты извиняешься? Я уже извинился. За что еще раз? А ты за что? По списку. А ты за что? Да, что я слишком вспыльчивая. Да? Да, я тоже. Начинаю орать. Да, я начинаю... Что у меня такой голос, что ты начинаешь орать. Ты успокоился? Я успокоился. А ты всегда спокоен, по-моему. Тебе вообще все похер. Это я вот тут, понимаешь, это все вот у себя, да? Как говорится, вот так вот, да? Я тебе сейчас просто вот доберешь, что охренел. О, видите, она меня еще и бьет. Угу. Издевается. Где? Вот, видите, где? Издевается. Давай, покажись. Над человеком. Глаз. Вы думаете, это я ударилась? Чего, глаз? Где? Это какой он мне глаз? Дал. Вот ты мне в глаз дал, у меня есть шишка вот сейчас. Где? На брови. Где? Локтем. Где шишка? Вот я тебя сегодня пытался обнять, а ты мне что? Ну, так со всей злостью, я хотел убрать локтем. Твою руку. Я локтем. Не видела, что у тебя там да. лицо. Угу. Я же не думала, что ты к моей жопе лицом повернулся. К ты жопе? Поцеловать если хотел, бы я наверное, к да? Жопе, ты, наверное, поцеловать если хотел, бы я да? лицом к жопе... Да? Это лежал. Тогда бы ты мимо пром махнулся, а ты мне прям локтем в глаз. Уж извини. Вот у меня рука вот так вот, видишь? Притекательная. Mm-hmm. Где у тебя синяк? Где? Где? И синяк, а шишка. Где? Давай. Ну-ка. Трогай. Давай. Вот, увидим, чтобы было четко. Короче, устал я тебя. Просто, вот, понимаете, у человека это вот реально абьюзер какой-то. Вот он просто, вот он энергетический вампир, он из меня просто вот все соки выдавливает. Понимаете, просто все соки выдавливает. Еще и лыбится, еще счастливый, довольный. Кто? Ты. Да, конечно. Да. Нет? По-моему, да. Сволочь, вот просто сволочь. Я тебе не верю. У тебя не получается. Да, конечно, да. А у тебя получается. У меня, Вова, это естественно, знаешь. Угу. Выходит. А ты лицедей. Совершенно не ценишь женщину, да, которая да, с тобой рядом, да. Угу. Да. Лицедей. О, видите? Другие люди. Видите, как это? Лег-то. О, еще и ножка вот. Да. Вообще красавчик. Обалденно, просто обалденно. Сволочь ты была. Я вот хочу с тобой, понимаешь, вот развестись раз навсегда. Избавиться от такого балласта, который у меня есть в моей жизни. Я жалею, что я с тобой вообще сошлась.
Очень жалею.